Пане Романе, хотів би з вами поговорити от питання того, як ми зараз просуваємося, що відбувається. Нічні вибухи Бердянську були зафіксовані, низка ракет прилетіла, до десятка, за свідченнями очевидців. А там у Бердянську на аеродромі були велика кількість гелікоптерів російських. В той же час наш генштаб повідомив офіційно, принаймні, повідомив про те, що там у Бердянську, зараз зацитую, накрили українські військові штаб російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів. Те знищення, яке зараз відбувається у тилу, зокрема ось таке, як у Бердянську, наскільки воно болюче для російських окупантів, до чого воно призводить? Наприклад, влучання одне у штаб, якщо так от коротко, це для розуміння. Штаб на такой глубине – это значит штаб армии. А штаб армии – это, считайте, одна армия. То есть армия, как минимум, на дня 2-3 полностью отключена от управления. То есть работает по внутреннему распорядку, не двигаясь практически. Но так как сейчас линия фронта не совсем динамична, потому это не сильно бьет, но тем не менее заменить штаб очень сложно. Это практически надо поменять целую систему управления, либо взять где-то, снять и привести ее на место. Но это дня 2-3, может, до недели максимум, но за неделю точно штаб восстанавливает свою работу, любой штаб, который выходит из строя, тем более есть некоторые механизмы, которые компенсируют уничтожение штаба, сразу передается управление на низовые звенья, пока штаб восстанавливает свою работу, то есть на полки, на батальоны, уже вниз идет на бригады, в зависимости от того, какая штатное расписание у армии. Но вывод из строя армейского штаба – это довольно-таки такое серьезное действие. Причем в штабе обязательно есть несколько генералов. То есть здесь еще отминусовывается высший командный состав. А вот удар по любому складу, ну, во-первых, если это топливо, любое топливо – это кровь армии, без него движение останавливается, все движение останавливается. Потому основные удары должны наноситься даже не по складам с вооружением, а именно по топливным складам, так как если топливный склад разрушен, то вооружение и снаряды не на чем будет вести, на горбуш не потащишь, один снаряд 50 килограмм веса, чуть меньше. То есть именно удары по топливным складам самое одно из приоритетных действий. То, что было несколько ракет на Бердянск, ну, вряд ли это было 10 ракет. Я думаю, там хлопки-то слышали, но хлопки под ПВО. Работает же российское ПВО, потому здесь надо делить как минимум напополам. То есть, думаю, ракет 5, до 5 ракет было, а уже остальные хлопки – это удары, вернее, старты противоракет ПВО. Рухаємося далі. Є у нас запитання від Тетяни Мирної. Пане Романе, як ви гадаєте, чому за 2 роки війни ми не бачимо українських шахедів? Що в нас, немає мізків, щоб зібрати ці мопеди? Або на війні все добре, навіть хоча б сплагіатити ці ж шахеди? Хороший вопрос. Был бы руководителем Укроборонпрома, были бы шахеды. Возможность их производства точно есть. Почему у нас их нет? Вопросы к руководителю Укроборонпрома, которого сняли и поставили сейчас нового человека. Вот ответ на вопрос. Вот не полностью завалил человек работу Укроборонпрома. По недомыслию, скудоумию или по злому умыслу, но это уже будет, наверное, разбираться прокуратура военная, которой у нас нет. Значит, будет разбираться какая-то прокуратура, которая мало разбирается в военных делах. Но, тем не менее, что кто-то будет в этом деле разбираться. Сейчас ставят нового человека, молодого, с определенным багажом управленческих знаний из-под Харьковского завода. Но посмотрим, как это будет развиваться. Ну вот мы потеряли, мы не полтора, не два года потеряли, мы 10 лет потеряли. На нас, оказывается, россияне напали в 2014 году. Это я сейчас с сарказмом, конечно. А вот 10 лет мы делали что угодно, только ни шахеды, ни ракеты, ничего военного. За самолеты я вообще молчу. Ни одного самолета вообще за 30 лет куплено не было. Не то, что там за последние 10 лет. За 30 лет наше государство не купило ни одного самолета. А
участие самолетов, я уже рассказал, как с самолетами хорошо, а как без самолетов плохо. Вот сейчас уже это все на своей шкуре, все наше общество понимает, что такое самолеты и почему сейчас даже пехотный, в конце концов, генерал Залужный говорит, что, ребята, я, конечно, пехотный генерал, но без авиации ничего у меня толком не получится со скоростью и с выполнением общих заданий. Вот доходит даже до пехотных генералов важность авиации как таковой. Об этом все прекрасно знают. До речі, ще до роботи «Укроборонпрому» на одне запитання ви не довідповіли, ми там просто пішли вже в інше обговорення, про ракети «Блискавка» для літаків, які в тому числі могли би використовуватися на наших літаках. Це недопрацювання «Укроборонпрому», це що? Це зрада, це якісь... У нас дуже багато зараз питань є, так? По «Укроборонпрому» ми впродовж цього тижня говоримо про ракетну програму, невиконання її «Сапсан», ну але зараз вже туди не підемо. Не підемо так само вже в зенітно-ракетний комплекс, який би міг бути створений в Україні «Кільшень». От конкретно про авіаційні ракети. Їх теж не виготовили. «Блискавка». Що ви знаєте? Їх не зробили, да. У нас залишилися дві ракети Р-27 і Р-73. Старі совєтські ракети з підсвіткою в самоліту, то есть это полуактивные головки, которые без самолета, без подсветки, который светится сам, когда подсвечивает цель, и становится сам целью. И очень много как раз из-за этого погибло наших и летчиков, и мы потеряли самолетов, из-за того, что молнию мы не сделали. А эта ракета была уже с активной головкой сама на ней. Ну, она, это называется «выпустил, забыл». Вот то, чего у нас нет. Да, вот, кстати, с такой ракетой у нас бы, по крайней мере, большинство летчиков и самолетов осталось бы целыми. Так как не нужно цель подсвечивать, ее надо только подсветить, целеуказание ракеты было сделать, и все, она пошла сама. Ну, что сказать, та же самая картина по Укроборонпрому здесь, и касается это всего спектра вооружений, именно ракетных вооружений, того, чего, зачем мы сейчас стоим, протянув руку, именно за ракетным вооружением. То есть полностью вся ракетная программа была угроблена. Вопрос кем? Президентами. Всеми президентами, всеми верховными главнокомандующими, потому что именно на верховном главнокомандующем лежит обязанность и действия по обороне. Ему и он и для того ему и дается этот скипетр верховного главнокомандующего, для того, чтобы он определил степень нужности, важности определенного разработки определенных направлений и вооружений, в том числе, если не сможем произвести, значит, надо закупить. Это простой подход. Но вопрос в чем? В том, что, ну, из, посмотрите, сколько у нас было президентов, хоть один вообще разбирался в обороне. У кого-то было базовое образование военное. От називається вибирає. Ну, це ж не є запорука успіху будь-якої країни для того, щоб так було. Так, зараз в Чехії генерал став президентом, але ж не, ну, не кожен генерал стає президентом, правда? Ну, не кожен генерал становиться президентом, ну так кожен президент в конце концов, ну хоча б у нього должна бути хоча б базове воєнне образование, щоб він вообще понимал, що таке безпечність з точки зрения. Раз он берется, почему мы с вами сейчас не станем ни мы, ни я, ни вы, и большинство наших слушателей сейчас не станем, даже если нам предложат, допустим, руководителями хирургической какой-нибудь бригады и выполним какую-то хирургическую операцию. Почему? Потому что мы откажемся. Мы с вами откажемся это делать по одной простой причине. Мы знаем, что мы не можем провести хирургическую операцию, потому что у нас нет базовых знаний и вообще никаких знаний по этому предмету. Вопрос, зачем людям, которые не имеют базовых знаний по тем предметом, за которые они должны отвечать на какой-то ступени или на каком-то посту. Зачем они вообще себя туда подают? Любой президент – это первый верховный главнокомандующий. У него должны быть базовые военные знания. И весь касс, а не политик, который несет говорящая голова. А у нас и все такие были. То же самое касается и всех остальных позиций. Если человека поймали на улице и спросили, будешь начальником службы безопасности Украины, а он радостно выпрыгнул из трусов, кричит, буду, потому и появляется у нас начальником службы безопасности Украины Баканов,
который вообще не понимает, что это такое, после этого с Крыма выходят российские части. Не надо дальше объяснять. Десь И так это нас было. Везде. Есть у нас, да, вот так это ж вот это и есть причина, почему у нас молнии нет. И это одна из основных причин.